Отлично, фейл в третьем. Второй. Ну, пробуем последний раз. Нет, так нет. Ну, я, конечно, не думаю, что мне в третий раз повезет, и я смогу ее прибить, ну, мало ли.
А я уже не помню, какой тут надо последовательность персонажа выставлять. Ну, ладно, хрен с ним. Ну, в общем, в двух словах, у Тенчи проблемы находиться долго в таком режиме, поэтому она решила сделать ноги от нас. Бикурен и Шинки пошли за ней, так как Сатори успела ее мысли прочитать.
остается еще один универсал класс. А, я вспомнил, почему мне кажется, что...
срочно нужен эквип, то как-то все плохо. Ну что ж, начинается рутина. Так, куда бы нам пойти, налево или направо? Ну ладно, пойдем направо. Ну, я как говорил, не пробивает его. В общем, уже всех не пробивает. Тут поддамаживать буду. Сбивать тебе.
чувак. Она вроде как и вежливо попросила. Еще один голос за свак, ну тогда точно. Ну это довольно легкий ФЕ, но у них дырка только в двух элементах. А в остальных у них сильный резист. Да, всем лево этого. Ну, по-моему, они оба уязвимы к паралайзу. Или нет?
Но до него еще далеко. Пока мы просто разведаем. Что тут да как? Надо еще кое-кого найти. Ну вот эта вот атака по всем персонажам, она... Чем персонаж дальше стоит по позиции, тем она слабее бьет, поэтому все остальные по нулю получили. Надо же, Реноски может задамажить кого-то. Внезапно. Ну, еще один камень пробуждения. Отлично. Мне это пригодится. Ну, этажи тут уже довольно маленькие по сравнению с прошлым. Thank you.
Ага, но они уворотливые только если успевают в воздух подняться. Впрочем, у нас есть Санаи с огнемисающей. Первая атака, не знаю, с полкартой. Не знаю, как она на русский переводится. Ну, в принципе, они не успевают подняться. Секунду. Странно. Так, буквально один момент. У меня тут клавиша слетела. Ну, странно. Нет, все должно быть в порядке. Почему-то слетела клавиша, на которой у меня включается и отключается микрофон. Точнее, в настройках она стоит, но она почему-то не работает. Ну ладно. Да, придется держать микрофон включенным, иначе игра будет постоянно замораживаться. Лично что-нибудь возьмет и отлетит. Хотя сейчас еще один проверю. Вариант. Не, нифига. Ладно. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что меня слышно. А то мало ли еще возьмет и микрофон отрубится. Великолепно, ты меня успокоил.
Я еще заметил, что на Ютубе почему-то видео и звук иногда рассинхронизируются. Это ж я без понятия. Вроде на Твиче такого нету. Дофига резистов режет. Просто резистов. Зачем мне столько? Ну да, типа. Этажа, да.
вот у этих чайничков, я их так называю, не знаю почему, у них высокий резист к магическим атакам, так как их пробивает магическую защиту, то вот они хорошо огребают, у них еще и к мистику. Мистику у них... Дырка у них в мистике. А мистиком только магия бьет. Потому что я не видел, что тут физических атак, которые мистиком тут бьют. Один момент. Так как кнопка у меня почему-то, кнопка отключения, включения микрофона у меня почему-то решила помереть, хотя в настройках она все еще значится, приходится вручную отключать. Микрофон, зараза, весьма чувствительный. Любой шорох ловит. Надо, по-моему, 30. Мне все Да как бы там обгорело немножко. Я мог бы это не было проблемы. Ей привычно немножко обгореть.
Что как-то странно.
О, Господи. Ладно, беру хотя бы физику. И на том спасибо.
все, проблема решена. Ах, да. Я забыл, что я энкаунтер хотел сделать. На радостях. А, вот он сразу появился, вот этот динамо. Правда, я не помню. Ну, по крайней мере, мушок на весь. Они очень любят убегать. Так, конец 45-го, быстро уходит. Еще где-то недели две, наверное, они будут смотреть за Ютубом. Да это бесполезно, они на следующий день будут просто удалять все. Так же самое было с этим Fantasy Maiden Wars, которые начали выкладывать на Ютуб, и его тоже начали удалять. Это было где-то 2-3, а может даже больше 3 недель. Ну, потому что просто нефиг. Что надо просто иметь более. Видишь, как они мониторят. Плотно. Thank you.
Ну ладно. Я думаю, как бы не будет против. И...
сколько нам счастья привалило.
В ремельке как. Магию Вера и физику. Ну, в отличие от всех остальных Скарлеттов, исключая Фланю Сакур, будет со мной до конца. Потому что она довольно хорошо на энкаунтерах работает. Бегает быстро. Странно, что Флане будет пофиг на пустыне.
там зонтик носит одному богу известно. Хотя, может быть, она взяла крем от загара. Что там уже данные по голосованию выложили? Точнее, результаты. Говорительно.
Да, но отслить это тут у некоторых маловато теперь. Что-то я издалека начал. Хотя надо бы вообще пойти бы и фойе проверить. Давно их не проверял. Только не говорите, что там Койша опять дышит в спину Рейму.
Ну, так или иначе, я, наверное, еще...
Ой, кажется, я суйку забыл. Да, вот это провал небольшой. Мы потеряли суйку на прошлом этаже. Чтобы ее зачунить, надо, по-моему, много надо делать там. Надо посмотреть вообще. 32 тысячи, по-моему, надо. В общем, надо тут все разведали. Ну, кроме, да, того... того момента, где нужно суть.
как странно. Сейчас переключу и забуду завтра, что я переключал.